Чтобы стать чемпионом по плаванию, привыкнуть к воде нужно с самого детства. У айхальских малышей такая возможность есть. В бассейне «Дельфин» культурно-спортивного комплекса открыли секцию грудничкового плавания. В специальной ванне дети делают зарядку, оздоровительные упражнения в окружении ярких игрушек. Задачи ставим грудничкового плавания не научить ребенка плавать, а адаптировать его к водной среде и оздоровить организм ребенка. Упражнения в воде способствуют укреплению мышечного корсета, также улучшают работу дыхательной системы, также способствуют становлению иммунитета ребенка. Пока груднички могут только эмоциями передать ощущения от занятий, поэтому за них говорят довольные мамы. Ребенок стал более подвижный, ему нравится пребывание в воде, развиваются все группы мышц во время плавания. И деткам вообще это полезно. На грудничковое плавание приглашают малышей от 3 месяцев. Купание в бассейне для детей безопасно. Температура воды и воздуха в помещении соответствует госстандарту. Записаться на занятия и узнать подробную информацию можно по телефону 8 924 164 88 76.